Всем привет, дорогие друзья, с вами, как всегда, Юрчик, ребята, сегодня со мной играет Донни, и, ребятушки, это шоу «Эксперименты» и испытания «Древые блоки» в GTA 5 онлайн. Кукуся, Андрик. Итак, ребят, для тех, кто не знает, вкратце объясню правила. Мы сейчас будем спавнить машину, будем использовать абсолютно все, что есть в реальной жизни, что есть в GTA, кроме байков и каких-то маленьких машин, которые не едут. Наша задача, ребята, по вот этим блокам, расстояние между которыми с каждым, так сказать, баллом, с каждым метром увеличивается, проехать и доехать как можно дальше. В общем-то, 50 баллов можно получить вот здесь, в самом конце. Если до сюда доберется машина. В общем-то, сколько цифра, столько баллов себе на счет. Вы, ребята, счет видите наверху. Мы его не знаем. При монтаже я потом уже узнаю в конце, кто победил. Ну а вы пока в комментариях, ребята, можете написать, как вы думаете, кому сегодня завезет удачи, кто затащит. Ну и, конечно же, проставьте лайк. Давайте наберем минимум 3000. Что ж, начинай. По первой машине у меня Камри. Гэл. Давай. Кстати, одна из таких Урус. Неплохих. Урус. Ну, чё бы нет. Давай, начинай. Будешь первый, как говорится, тебе открывать эту эстафету. И чё получится? Урус, кстати, не самый быстрый. Это заменёнка вообще, насколько я знаю. Но чё-то плохо едет. Нет, это реплейс. Ой, в смысле, нет, это ГТАшная. В смысле, это аддон. 33. Всё перебрал. Всё перебрал. Да. 33 это неплохо. В любом случае, ты у меня ехал куда хуже. Но Камри, давай хоть здесь ты не... Да и здесь Камри у нас ни о чем. 30 баллов, понимаю. Все меня в комментариях, помню, хайт. Ты чё, Камри клевая, клевая тачка у меня у бати такая. У бати-то, может, и хорошая Камри. У нас они все херовые, ничего с этим не поделаешь. Это да, кстати. Так, такое... И да, теперь я делаю. У тебя 3, у меня 2 всего. И вот такой Порш. Нам-нам-нам. Что там? Опа. Ну, я на нем катался. Ну, не знаю, плюс-минус. Что будешь? Его брать? Ну, давай. Его, да, его давай. Возьму. Это мародер, вроде, насколько я помню. Что-то такое название у него какое-то странное. Он очень медленный и тяжелый. А, в общем, медленный. Да, он очень медленный. Так. Ребят, кто видит вторую трассу? Лайк в чат. Так, 30, 31, 32, 34. Ну, хорошо проехал для него. Очень хорошо для него проехал, слышь. 38. Коснулся, ебой. Он, блин, 36, что ли, ездил всего. Подпрыгивал просто каждый раз. Ну тебе повезло, да, как-то удачно проехал. Так, Порш вот такой ударился, ребята, и 34. Отрыв увеличивается, но пока не расстраиваемся. Главное, чтобы как бы сильно-сильно не отстать, тогда будет уже жестковато, конечно. Ну это да. Так, ну ладно. Астон Мартин, Китайозина и Ламбозина. Так, типа. А у меня Диабло, а Диабло, ребята, в крайний раз, которая мне попадалась, дала, блин, прям неплохие цифры. Ой. Надеюсь, сегодня тоже будет хорошо. Не сиди моей ее мазарать. Давай, Астон Мартин. Ну и ладно. Ну и ладно, действительно. Поехали. Что ж, ребят, ну, в принципе, испытание динамичное, я поэтому надеюсь, что вам оно нравится, и, в принципе, ваша отдача тоже об этом говорить, поэтому поддержите 36, не зацепил. 37 не коснулся. Да, не коснулся. 36. Но прыжок неплохой. Диабло, хорошая, ребят, Диабло, и она мне как-то раз попадалась, и она тогда у меня улетела прям знатно, не знаю, что будет сегодня, но... 37. Тоже. Такое себе. Но да, я в тот раз вроде дальше улетел. Но тем не менее, по 3 тачки, ребята, у нас есть. Зачем тебе мяшик? Ёпты. Самолет. Приор. У меня же 36 же у меня нет. Подожди. А, то есть у меня больше? Ну ладно. Может быть, может ты загнался я немножко. Так, ровер. Импала типа какая-то или не импала, не знаю. Но я Сену попробую, ребята. Надеюсь на ее скорость как минимум. Хотя морда у нее широкая, обалдеть. Ультима GT. Маленькая, быстрая, хорошая. Это радикал, кстати, да. Ну, в принципе, одно и то же. Типа такая же. 23? Нет, 36. А, 36, ты меня пинганул. Эх, слышь, что-то мне не нравится, что ты там 36-ки берешь каждый раунд. Давай-ка все, прекращай это дело. Нормально, мне нравится. Да ладно! О, повезло тебе, вот да, это рикошет поймал, ребята. Первая тачка, первые 50 баллов. И, казалось бы, обычный Макларен Сиенна. Даже не тот хороший, который у нас есть. Окей, разгон, да, и палка жестко, стреляет. Жестко. Правильно говорят. Раз, два. О, ну, интересно, о. Кстати, его я не решался. Брат, блин, у меня не ускоряшка. Макларен. И вот такой. Я возьму все-таки ГТР. Но у тебя... Кстати, вот это мародер. Или нет? Они похожи. Я не помню. Так, окей. Давай. Давай попробуй. Очень тяжелый тоже. Так, ладно, рассинхрон вроде прошел. Так. Давай только не 36. Давай то 32. Ну, 35, ладно. 35. Ну, такое. Все равно хорошо, я бы сказал. Что ж, попробуем. Ну, да, неплохо. Попробуем. Блин, жалко, ускоряшки нет. Еще бы как дал, ушел, но не сегодня. 33. 33. Да, слабовато. Слабоватенько. Ну, хотя плюс 50 уже радует. Там плюс-минус, может быть, даже и отыгрался. Не считается? Не, маленькие машинки не считаются. Полицейский катер. Мерсик. Ё-май. И вот такая вот колючка.
Ёж. Просто ёж. Два. Так, ты на чё поешь? Так. Сейчас выберем, ну точно нет, наверное. Я так понимаю, что подвеску надо поднимать по-хорошему. Я этим, конечно, злоупотребляю, но иногда это, возможно, помогает. Астон Мартин еще один, кстати, неплохой. Плюс-минус быстренький. Вопрос, как поедешь, да, как полетишь. А ты уже уехал, понимаю. Вот эта пинга непонятная. Зачем она здесь нужна на этой высоте? 33. 33. Да, видел. А Мерседес Е350, ребята, блюдик. Блюет, мне достал уже. Он беспонтовый, на самом деле. Не, не задел. 32. Ну, блин, да что сегодня, ребята, такое? Вроде да. Я от Сены вообще не ожидал, что он на 50 баллов улетит, ребята. Вот как бы интересность, интересности. Так, вот такой бронировичок. Броневичок, да, еще один и тот же. Так, и такое себе шикарнейшая машина. Единственное, через лоб полетишь, но это в любом случае не считается. Куда код машин доедет, тут доедет. Давай. Будешь ее брать? Да, будет ее брать, смотрите. Но я надеюсь, что ты на 30 да. где-то сейчас джахнешься и все, и улетишь. Да не, она должна прям врезаться, чтобы отлететь. 36. Вау, 36, да. Машина упала, ты остался. Нет, машина улетела, да. Так, ну 36 это хорошо, ребята. Кстати, у меня неплохой такой броневичок, но он тяжелый. Ну, 37. Да. На одну один балл, ладно, хорошо. Но на самом деле интересная машинка. Вот если бы реально там при ударе не вылетал бы еще водитель, было бы неплохо. Бентли летающий, между прочим, но медленный, очень-очень медленный, он не раскроется просто. Крайсли плюс-минус, но тоже не такой себе. Йоу. Ага. Это будет интересно. Я на нем уже катал, мне не понравилось. Дрифт Япония. Так. Ну, придется красть. Не, я Бентли, наверное, возьму. Да, я рискну, ребята, возьму Бентли. Или нет? Или да? Не знаю, ладно, Бентли. На нем ни разу не ездил, на Крайслере уже ездил. Крайслер мне не понравился. А, не, удали, это краш. Стой, остановись, ничего не делай. Просто удали его резко. Это краш. Серьезно? Да, это серьезно краш. А я уже все перепробовал. Ну, давай рандомную тачку. Блин, Крайслер как спавнился? СРТ-шка, типа? Ну, Porsche неплохой тоже. СРТ-300. Я возьму Porsche, ладно. Все равно не хочу брать Крайслер, я ему не доверяю от слова совсем. Вот такая, ребята, полицейская машина, типа с этим с гидрантом сверху, то есть с пушкой водяной, но, блин, ты у меня как-то косы ешь опять, упал уже 33. Понял. Да, но она такая себе. То есть не самое интересное. Блин, вот плохо, то есть у нас какие-то проблемы с серваком начались резко, не знаю, может, провайдер виноват, но тем не менее. 33 тоже у меня. Такое себе, картинку рвет, то есть, ну, не видно, как по факту едет соперник. Если только через спектейт смотреть, может быть. Так, давай возвращайся. Что там застрял? Давай, иду к тебе. У нас одинаковое количество тачек на спаун. Такое себе. И такое себе. Ну, у меня, конечно. Ну, у меня покруче автобус. Два, три. Ладно, я возьму автобус. Кстати, меня как-то я ехал на автобусе, но я не доехал на нем. Тут просто из-за того, что я врезался в куст, когда ехал. Серьезно? Не, у меня автобус падал уже триллион раз, и как бы плюс-минус, ну, стабильно, нехорошо, но и неплохо, я бы сказал бы. Такой средняк, ну, в принципе. Так, типа, за счет базы. Среднячок, да. Так, блин, ты так едешь, скорость теряешь, и типа просто у меня тупо останавливаешься. Так, 33, 34, 35, ну 35. И да. Да, неплохо. Так, у меня, в принципе, закос на MGGT. Стандартные тачки. Бляха-муха, не едут. Хотел сказать, неплохие, серьезно? Но 31. Я просто врезался и упал вниз. Такой себе, да. Опа, кстати, интересно. И ламба. Ну, ламба это возможность, раз. Ребята, врезаться и улететь. Но есть еще такая, типа... А я был дальше, да? Багом. Ты был дальше, да. Да? Да. Так, три тачки, так. Такие себе все. Серьезно, фургончик? Интересный выбор. Давай, покажи, это фургончик вроде байкеров, насколько я помню. Ну, как минимум, с того обновления. Поехали. Давай. Да, поехали. Давай, удивляй. Тридцать два. Выглядело намного эффективнее, конечно. Слушай, хорошие скорости. Эх, не повезло. Ну, да, скорее всего. 38. Она могла. Она что ли, да. А, серьезно? Если бы позже прыгнула, могла бы долететь, ли она за счет скорости. Просто тупо, как это делают у нас те же самые читы. Ну ладно, три тачки у меня. Так. Ой-ой-ой. Реактивная нагревая. Ух ты. И...
Ох ты. А первый-то не краш? Нет, или краш, не помню. Дефендер, слушай, я не помню, краш. Рисковать не будем, давай лучше на его нафиг. Да, я лучше, да, потому что мне кажется, он такой. Юп. Понял. Че, а, самолет? Подожди, а это едущий? Дядь, я поеду на нем. Ёшкин кот. Это интересно, потому что он быстрый. Поезд, мать его, просто. Серьезно. Емать! Ему вообще пофигу было, да? Я сделал тебе этот видос. Да, это на превьюшку, ребята, пойдет. Он просто вот... А, понимаю. 31, я просто поехал, врезался в что-то и отлетел. Да, ребят, поезд даже не заметил. То есть, какие блоки, вы что, я каждый день по рельсам хожу, да? Вообще, о чем вы? Понимаю. За счет длинной базы, ребята, на самом деле, он довольно-таки быстрый, он неплохо проехал. Неожиданно хорошо, очень-очень неожиданно. Но как минимум название, ребята, и превьюшка у нас уже есть. Так, гоночный болид тут наляй. Раз, тихо, два. Не прыгай на него только. А третья, да, что? Не прыгай. И третья. Блять. Стящие. А, что-то меня что-то залагало. А, дядя, ударяй быстро. Это мстители летят за Таносом. Мстители. За унитазом они летали. Так, может быть. Так, вот это тоже надо долить, ребята. Это краш. Так, у меня вторая машина в итоге. Бу-бу-бу-бу. Попробуем. Ёпта. Что-то только сейчас внимание обратил. Понимаю. Так, на самом деле он такой себе. 35 залетел кубарем. А, не самый идеальный агрегат. Подвеска есть? Подвески нет, ладно. Хотел бы я приподнять ее. Что-то немножко в сторону пошел. Ну да, 38. Плюс-минус так она и ездит, она тоже уже попадала с Димки как-то. Ну, в целом, хорошо. Какие-то баллы я отыграл, ребята. С полтинником теперь жить против меня сложнее будет. Альфа-Ромео у тебя. Раз, два. Опа. Такой себе. Раз, два. Подожди, ты был дальше, да? И кривая. Да? Да, я дальше был. У меня был дальше. Так, ладно. Ой, я не знаю. Серьезли. Вот прям вообще. Как тут что удалять? Так, не гони пока. А что тут как удаляется-то? У тебя что, ничего не удаляется, что ли, Бенни? Бенни, ты что творишь? В смысле? Помочь тебе? Это не. А, во. Оно там. Оно как-то не сработало сначала. То есть криво как сработало. Может, другая вообще машина была изначально. Ну да ладно. Я попробую, ребята, его взять. Серьезно, как бы почему бы нет. Давай начинай ехать. Поехали, let's go. Дрявая там была летающая, очень хорошо летающая бэха, но такое. Альфа-Ромео, у тебя? Неплохо. Хорошо, даже сказал бы. Но врезался. 35. Да, не задел 35. Ты. Так, у меня большая банка Кока-Колы. Нужно еще такую банку Джека, и вообще нормально. Ух ты, поехал агрессивно. А, но не доехал. Но у него перед вот этот железный, получается, бампер, отбойник, который не гнется, не мнется, и вообще на всем по барабану. Да, на машины за арены вар не все подходят. Так, Лего хрень и Хондай. Нам. Лего попробовать. Раз, два. И третья. О, это неплохо. Врангель. Не, я не буду брать, ребята, Лего тачку. Не верю, не доверяю. Была бы пожарка, может быть, еще подумал бы, но не это. Так, ну давай, у нас, в принципе, ребята, еще очень много раундов, я думаю, впереди. И, блин, я по баллам не знаю, что там. Вот в комментариях интересно почитать будет, там вначале написал, типа, кто сможет победить. Да, я даже не сомневался, он отличный. Он отличный, 40, да. У него шикарнейшая подвеска, это я знаю. И как бы такое, а у меня, блин, какая-то Hyundai Kona. Конь, блин. Недоразвитый. 36. Такое себе. 36, ну хотя бы, кстати. 4 балла, не такой большой разрыв. Что-то у меня сегодня вот прям на хорошие эти. Байки, не байки, машины, блин, все плохо, очень все. Так, ну давай, возвращайся быстрее. Байки, не байки. У меня есть, что тебе сопоставить в этом раунде уже как минимум. Что будет у тебя? Это Сильверадик, ребята, хороший. Лет 200 его не видел. Знаешь, он прыгает? Но он прыгает, но только на дерби, к сожалению. Да не смысле. Один раз. Нет. Один раз. Так, и что еще? Ты слышал. О. О, Дрокстер, кстати. Дрокстер, это хорошо. Это очень даже может быть неплохо. Давай. Да, ушел. Поехали. Ё-май.
потенциальный полтисшок? Нет, типа... 35 коснул. Да, неплохо в любом случае. Но он такой, знаешь, у него жопа выше, низ ниже, как бы, ну, надо полагать. Сильверадо потенциально на 40 должен ехать, если честно. Но нет, тоже не повезло. 37, да? Слишком хорошая подвеска, она не для такой штуки. Ладно, ну, я дальше, в любом случае, три машинки для меня, ребята, и 5 Ёпта. Минут еще записи впереди. А, Газель... И... Ой, хорошо, мэтр это хорошо. Так, тихо. Ё-моё, эту я переспауниваю, она вроде кривая, косая. Ну и это, в принципе, да, она... Не, это обычно, это обычный хермес. Это не тот, который лево-право меняется? Не, это самый обычный хермес, да, обычный. Ну да ладно, возьму, короче, вот эту. Типа масл кар, чё бы нет. Так, ну давай. У тебя потенциально очень хорошо тоже. Mm-hmm. Так, подвеску, пожалуйста, верните нам. Подвеску нажал, машина даже не поднялась, понимаю. Так, хорошо, хорошо, хорошо. Съехал немного 35. В сторону. А, не съехал, так и есть. Хм. Так, а ты да, поднимаешь, 35. Ты low right X? Или как там, H? Нет, не low right. Хавки little H, X, что там? Да я думал, поднимается. Хавки little, чего? Да, вот написано. Хавки little, типа, как будто. Хуя себе. Чё? 40. Неплохо. Вообще прилетел. Неожиданно, если честно. Это что такое? Так, ребят, маслкары, короче, плюс один к уважению. Получились только что за раунд. Надо к ней присматриваться. Лола, да. Один реактивный прыжок, как минимум, у тебя есть. У меня просто тупо две одинаковые тачки. Такое ощущение. И, надеюсь, ламба хорошая, но не в факт. Ламба хорошая. Так, спокуха, чуть тебя не удалил. Так, ну, что я тебе могу сказать? Один раз можешь прожать нитро, и давай так, чтобы, ну, недалеко, а тут, сам понимаешь. Сейчас посмотрим. Так, давай. Лола хорошо. В последнее время чуть часто падает. Долетел, долетел. Фу, прям, да, на последних издыханиях, грубо это говоря. Это было, да. Причем я так врезался еще, короче. Получилось. Если бы не было еще 35. Тупой пинги, я бы видел, короче, как ты летишь. А 35 у меня вроде было, я ударился. Ну, такое, такое. Полтинник уже, ребята, не бьется. По баллам у тебя хорошо насыпало. Так, две машины у меня. А, вот у тебя тоже непонятно. Ёпта. Что, ничего такого прям интересного. А это летающая хрень, это не ездит же. Она реактивно наездит. Ну, она квадроцикл, по факту, идет. Она никакущая же. Мы ее даже на прыжки не берем. Поэтому не. Давай другое что-нибудь. Чтобы колеса имело. Неплохо. Неплохо весьма, кстати. Даже получше будет, я думаю. Так, это Шевроле... Что-то. Скинешь мне видос? Может быть. Может быть. А что, тебе обычно ничего не сыпет? Да, обычно, когда я снимаю, мне нихера не сыпет. Понимаю. Так, 34-35, ёшкин, ёп! Спаси! Жесть! Блин. Ты куда вообще дал-дал? Что-то ты разошелся в конце. Блин. Не, ребят, но сегодня просто говорю. Шикарнейший дроп, один пояс чего стоит. Так, я полетел на 38, нет, не зацепил, 37. Эх, обидка, но, блин, это достойно. У меня просто какая-то сена, которая как бы тоже черная лошадка, а у тебя там уже три аж тачки, это жесть. Так, я не вижу, что у тебя упало. У меня ничего интересного. Фламицин, фламицин и два самолета. Понимаю. Ай-яй-яй, удали его нахрен. Обычника. Бэтвинг, понимаю. Так, субарик неплохой. Ну, такое. Мне кажется, я тебя уже не догоню, если честно. Что-то прям. Ну, всякое может быть. Так, 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 три звезды дали тебе за взрыв. Приехал. 33 балла. 33, да. Так, ну у меня, типа... Ничего хорошего. Реклама пивасика везде. Ой. Red Bull окрыляет, мать его, типа. Хорошо, еще и засейвил. Так, у меня 36 баллов. Хорошо. Чуть-чуть отыграли, ребята. Я предлагаю сделать два последних раунда. И, в общем-то, спавню тачки. У тебя две, у меня три. Давай, убери давай, звезды. Давай, поехали. Там уже копы снизу. Убрал. О, шикарно. Опа, за нами копы. Так, ты же был дальше, да? Да, чуть дальше буквально. Ничего интересного, возьму Форестер. Блин, ну... Я вообще возьму маленькую хренюшку, потому что, ну, что-то прям... А, ну Маза хороша, на самом деле. Плюс-минус она летает от рикошета, но опять-таки, смотря как прыгнешь. Так, и, в принципе, тридцатку проехал, полетел. 35. 35. Хороший показатель. А, Субару, давай, тащи, как говорится. Вперед за победой! 35.
Последний раунд, ребят. Последний раунд здесь сейчас. Спавним, непосредственно смотрим, что нам он принесет. И по баллам вы, ребята, итоги уже понимаете сами. Да, блин, вообще ничего не упало. Опять тупо одни и те же тачки. Раз, два. А ты был дальше или я? Да, я был чуть дальше. А, нет, в смысле, чуть дальше. Одинаково было. Одинаково было. Одинаково. Да, одинаково было. Так, ну ладно. Так, я возьму вот такую вот мыльницу. Не знаю, что бы нет. Что бы да. Попробуем. Типа акула же. Да, чтобы не. Акуля. Акуля. А я стартую тоже, ничего страшного, что я поехал. Да нет, 34. И... 32. Чуть дальше я оказался. Что ж, ребята, такая серия получилась у нас. Ребята, поезд — это просто пушка. Лола, сена. У тебя еще что-то должно быть? Или нет? У меня там 3 должно быть машины. Что-то 2 только осталось. Что-то 3 было, не помню, если честно. Ну да ладно, в общем-то, в любом случае, да. Баллы подсчитаны, ребята. Кто победил, вам видно, нам нет. Но тем не менее, если понравилась серия, топите. Хэштег блоки можете написать в комментариях. А также напишите, какая машина вам больше всего понравилась. И не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь, всем пока. Пока, ребят.